Добро пожаловать на очередное видео «Что происходит, профессор?» Приветствую, Вальтер. Привет, Мартин. Мы поговорим. Мы на самом деле продолжаем говорить. Мы действительно думали, что это будет достаточно два видео, а получилось три, верно? Да, потому что климатический COP27 прошел на самом деле две недели назад, и он полон разного рода событий. Многое происходит, поэтому мы не можем отмахнуться от этих вещей, которые произошли. Итак, нам нужно поговорить об этих вещах. И надеюсь, Мартин, они поладятся этим, потому что на самом деле это становится хорошим словом, становится тошнотворным. И что также произошло, так это то, что многие люди были в ожидании, росло ожидание всего этого. И все думали: о, ничего себе, теперь это будет новостью, будут новые заповеди, которые были изложены там. Особенно люди, которые ждут пророческого исполнения. Самое интересное, что дьявол никогда так не работает, потому что он всегда заходит через черный ход. Он не человек парадной двери, он человек с черного хода. Вот почему вы должны, когда это происходит, идти и посмотреть, что происходит за кулисами. Давай помолимся, Мартин. Начнем с молитвы. Наш Отец Небесный, это большая привилегия работать для Тебя, и мы просим Тебя еще раз, просвети наш разум и направь эту дискуссию во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Но прежде чем мы начнем, есть объявление, которое мы хотели бы сделать. О, да. Мы записали специальную программу, над которой мы работаем, которую мы хотим выпустить в промежутке между «Что происходит, профессор?» с 22 декабря по 12 января. А затем мы продолжим обычную серию «Что происходит, профессор?». Мы работаем над этим и пытаемся подготовить это, и по милости Божьей у нас это будет готово. Это захватывающе, так что люди не должны пропустить это. Это похоже на то, что происходит, профессор, но это немного другое. Возможно, поменяются некоторые лица, но после этого мы вернемся к исходному формату. Итак, я надеюсь, что люди получат благословение от этого. Итак, давайте погрузимся прямо в эту тему. В то время, как мы говорим о климатических религиях, климатических покаяниях и 10 климатических заповедях, которые, конечно, обязательно же расплывчаты, потому что так это и работает. Из-за неясности за кулисами происходит что-то совершенно другое. А также, если вы читаете «Дух пророчества», там написано, что воскресный закон прокладывает себе путь во тьме. Другими словами, тайна. Много чего происходит, но главное происходит за дверью. Итак, Мартин, наше первое событие происходит из иезуитского источника. Они неутомимы в своем стремлении. В любом случае, они, наверное, стоят за всем этим. Да, они держат дверь закрытой, чтобы вы не могли видеть, что происходит за ней. Но они так увлечены тем, что делают, что не могут даже держать рот на замке, верно? Время от времени что-то выскальзывает. Вот издание «Jesuit Review». Папа Франциск призывает христиан покаяться и изменить свой образ жизни, чтобы спасти планету. Он также должен попросить природу покаяться, потому что, как мы сказали в последнем видео, один вулкан, который недавно взорвался или выбросил выбросы неба в Исландии, произвел больше CO2, чем все человечество вместо взятое могло произвести за 4 года. Одно маленькое извержение вулкана, а их тысячи, Мартин, отбросит на 4 года человечество назад. Итак, мне интересно, принимает ли он во внимание природу, когда говорит о природе, но это не входит в его планы. Итак, цель оправдывает средства. Что ж, какие средства они используют для оправдания целей? Если вы возьмете то, что мы также сказали в предыдущем эпизоде, это покаяние. Вы каетесь перед Иисусом за грехи, которые вы совершаете. Вы не каетесь перед природой. Это язычество в худшей степени. Именно. И что мы видели в том письме, брат Солнце, они на самом деле раскаиваются перед Матерью Землей, что является полностью язычеством, как вы сказали. Это жалко.
В своем послании ко Всемирному дню молитвы за сотворение Папа сказал, что нынешний климатический кризис является призывом для мужчин и женщин, особенно для христиан. Ты знаешь, Мартин, меня раздражает, что они всегда вставляют «и особенно». Что-то всегда особенно для какой-то целевой группы. Почему мы просто не призыв не ко всему человечеству? Почему вы должны изолировать одну часть человечества в ущерб другим? Если происходит катастрофа, она неизбирательна. Она бьет по богатым и бьет по бедным, бьет по всем этническим группам. Мы все страдаем как коллективное человечество, но эта чепуха, особенно уничтожающая одну группу, на мой взгляд, абсолютно жалко и ужасно. На самом деле это план, только подумайте об этом, потому что они такие же люди, не только он, но и все, кто кричит против расизма или обо всем этом. Они на самом деле то же самое, делая это. Что он говорит? Говоря особенно для христиан. Он говорит, что эта группа, которая не играет с нами в мяч, это маленькая группа, которая должна встать в очередь. Это то, что он говорит, говоря это. Или когда он говорит «бедные», или когда они говорят об этнической принадлежности, или что-то в этом роде. Есть движение «Жизнь черных имеет значение», есть Kanye West, есть много всего этого. Как насчет «все жизни имеют значение»? Эта целевая группа должна вызвать у вас чувство вины. Они будут использовать это чувство вины до тех пор, пока они могут извлечь из них выгоду. И не важно, что это такое. А если взять? У Израиля была такая же проблема. И посмотри, где они оказались. Ваш дом оставляется вам в запустении. Ваш дом оставляется вам в запустении. И это так работает и в политической сфере. Я не хочу удаваться в политику, но возьмем, к примеру, апартеид. Я вырос в эпоху апартеида. Я был по обе стороны разделения. Потому что я старый волк, верно? Но эти маленькие дети, которые рождаются сейчас, которые родились в последнем поколении, они не имели к этому никакого отношения, но они по-прежнему несут вину по обе стороны разделения. Один страдает, и другой, и тот, и этот, и другие. У вас все есть виды законов. Когда же мы наконец осознаем, что одной кровью Он создал все человечество? И вопрос не в том, принадлежишь ли ты к этнической группе, принадлежишь ли ты к определенной религиозной системе, делаешь ли ты это, делаешь ли ты то. Но вопрос в том, когда мы наконец поймем, что грешники приходят в мир, и что проблема — это грех. Это проблема. Это основа всех проблем. Это причина. Мы просто лечим симптомы все время. Какая религия говорит нам, в чем причина проблемы? Но не только это, но также предлагает и решение. Христианство. Только христианство дает нам такое решение. Поэтому христианство должно быть целью. А тот, кто предлагает решение, должен быть маргинализирован, потому что другие не хотят принимать это решение. Вот что это такое. Итак, Мартин, даже если ты христианин, внутри христианства есть тысячи групп. И даже если ты принадлежишь к остатку, в остатке есть тысячи групп. И независимо от того, к какому вопросу вы прикасаетесь, будь то вопрос пищи или вопрос спасения, никогда, похоже, вы не придете к согласию по какому-либо вопросу. Это правда, и это печально, потому что мы должны иметь единство. Итак, мы должны покаяться и изменить наш образ жизни и деструктивные системы. Что ж, это звучит для меня как «восстановим назад лучшее». Я думаю, это «восстановим назад лучшее». Папа Франциск сказал в издании «Воцарение Ватикана» от 6 июля. Они всегда используют такую терминологию, как мы сказали ранее, это библейская терминология. Да, они цари, у них воцарение, они взошли на трон. Конвенция ООН об изменении климата и Парижское соглашение были заключены в надежде.
Цитата. «Человечество 21 века будет помнить за то, что оно великодушно взяло на себя все серьезные обязанности». Кто делает это обращение? Тот, кто имел воцарение. Кто стал царем? Цари мира отдадут свою власть зверю. В основе всего этого, написал папа, необходим завет между людьми и окружающей средой. У нас есть завет с Богом. Мне не нужен завет ни с кем другим. Потому что завет означает, что две разумные стороны заключают соглашение друг с другом. И я не могу достичь разумного согласия с окружающей средой, потому что она не может говорить, у нее нет ушей, она не может видеть, она не слышит. Это тотальное язычество в худшем его проявлении, которое для нас, верующих, является зеркалом, отражающим творческую любовь Бога. Они крутят этим, чтобы вести пантеистическую сущность. Но он маргинален, потому что вы не разговариваете с окружающей средой. Здесь тоже есть и библейский термин «зеркало, отражающее творческую любовь Бога». Что такое зеркало согласно Библии? Это заповеди. А теперь они хотят изменить и это. Давай посмотрим, от кого мы произошли и к кому мы идем. От кого мы произошли и к кому мы идем. Когда ты путешествуешь, Мартин, ты в дороге, да? Это может быть узкая дорога или широкая дорога. Что говорит Библия? Большинство находится на узкой дороге, верно? О, большинство на какой дороге? На широкой. Посмотрим, как мы путешествуем. Очевидно, мы не на одной волне с иезуитами, верно? Вот еще статья от 15 ноября 2022 года. Ватикан говорит, КОП-27, рана, которая предположительно собирается исцелиться, означает, что зверь вернет свою политическую власть. И мне кажется, что заголовки этих дней говорят, как будто рана в основном уже и зажила. Что если бы там было сказано? Мартин Смит говорит КОП-27. Будет ли какая-нибудь реакция? Нет, никакой. Или Файт говорит КОП-27. Ватикан говорит КОП-27, что действия по борьбе с изменением климата больше нельзя откладывать. Это рассказывает вулкану, который извергался в Исландии. Но ведь завета с природой тогда не было. А, понимаю. Папа также продвигал платформу действий Лаудато Си, которая была создана для консолидации усилий по реализации энциклики 2015 года о заботе о нашем общем доме. Мартин, они абсолютно непреклонны, что его энциклика Лаудато Си должна быть реализована. Да. Все, что там написано, что он пропагандирует для борьбы с этим изменением климата, они хотят это реализовать. И мы упоминали об этом много раз раньше. В конечном итоге будет определенный закон, который будет реализован в определенный день. Я поддерживаю эту решающую миссию для будущего человечества, чтобы она могла воспитать в каждом конкретную приверженность о заботе о творении, сказал он. Фильм «Письмо», о котором мы говорили, был показан дважды на КОП-27. Мартин, мы не показывали его дважды, но у нас было две серии. Документальный фильм, организованный правительством Сенегала, Святым Престолом и движением Лаудато Си, посвящен защите и спасению нашего общего дома. Это то, что происходит. И мы просто хотим дать понять людям, что вы не можете отделить Ватикан от вопросов, которые происходят. Итак, кто зверь? Римско-католическая система, Римско-католическая церковь. Нравится вам это или нет? И есть еще одна вещь, которую вы должны понять. Наверное,
90% населения Земли не знает вообще, что это происходит. Потому что это не кажется какой-то заметной новостной статьей. Все это. Но это именно то, что исполняется пророчество. Издание Breitbart, также ноябрь 2022 года, Папа Франциск угрожает климатическим кризисам, порицая пророков судного дня. Я вижу, он одет здесь в зеленые. Теперь он стал зеленым, как лягушонок Кермит. Папа разослал серию смешанных сообщений о своей ежегодной проповеди по случаю Всемирного дня бедных. Опять, вы изолируете группу. Грех. Он касается только бедных? Нет. Влияет ли он на богатых? Много ли богатых людей в тюрьме сегодня? Нет, лишь немногие, избранные, которых они хотят сделать примером. В то время как те тысячи, которые приставали к тем 260 тысячам детей, безнаказаны, верно? Избранные группы распространяют сильный страх перед возможными бедствиями, связанными с изменением климата, но предостерегают от пророков судного дня, сирен популизма и корыстных лжемессий. «Давайте сожжем свечи надежды посреди тьмы», — призвал понтифик. Ты знаешь, Мартин, когда дело доходит до таких вещей, как их маленькие ритуалы, их маленькие церемонии света, их церемонии со свечами, я думаю, что это Латимер сказал мастеру Ридли, когда их собирали сжечь на костре за то, что они сделали. Он сказал: вместо того, чтобы распространять свет мира, папство будет распространять свечи. Опустить слово и превознести свечи. Вот куда мы движемся. У нас все те же проблемы. Итак, они зажигают свечи, а свет мира, слово твое, светильник на ноге моей, гаснет. Если возьмете празднование Дивали, фестиваль огней, все эти свечи и огни, то этого света мира нигде не видно. Нигде. Среди драматических ситуаций давайте использовать возможности, чтобы свидетельствовать о Евангелии радости и строить братский мир или хотя бы немного более братский. Но это противоречие в терминах, потому что это компромисс с тем, что осуждает Библия. В своем послании 2021 года к началу десятилетия Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем Франциск настаивал на том, что текущая экологическая ситуация требует от нас безотлагательных действий. У нас есть 10 лет. Мартин, он пророк? Ну, или он знает что-то. Может быть, он знает временную шкалу. В конце концов, он должен быть в общении со своим боссом, верно? Итак, у него есть 10 лет, чтобы восстановить экосистему, что будет означать целостное восстановление наших отношений с природой. Прошедшая неделя была полна предупреждений от пророков судного дня во время COP27 саммита ООН по климату в Египте. Мартин, кто эти пророки судного дня? Я думаю, что мы определим их в ходе программы, кто они такие. Любой, кто не согласен с этой процедурой или видит в ней языческие элементы, должен быть пророком судного дня. Давай обратимся к изданию Guardian и посмотрим, что они здесь говорят. Это Организация Объединенных Наций. Это еще один очень авторитетный источник в современном мире. Так они думают. «Мир находится на пути к климатическому аду», — глава ООН предупреждает на саммите COP27. Гутеррес заявил мировым лидерам на открытии климатического саммита COP27 в Египте в понедельник: «Мы в борьбе за нашу жизнь, и мы проигрываем. Наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на шоссе в климатический ад, и наша нога жмет на педаль газа». Рок-группа пела, что мы на шоссе в ад. И мир это празднует. Сколько ударных установок у них было, чтобы
избивать эту песню на их встречах. Мы даже показывали это. Ну, это опять не по теме, но даже в мультиках есть, в анимационных фильмах для детей это есть. Итак, мы знаем, что мир находится на пути в ад, потому что так говорит Библия. Мы можем подписать пакт о климатической солидарности и пакт о коллективном самоубийстве, добавил он. Я подумал вот сейчас. На самом деле, это так забавно. Библия говорит нам, что мы на пути в ад или на шоссе в климатический ад с язвами, которые будут изливаться. А это толчок человечества, чтобы попытаться заблокировать это. Посмотрим, насколько они успешны. Абдель Фатах Аль-Сиси, президент Египта, сказал в своем вступительном слове на саммите, что бедные и уязвимые люди во всем мире уже испытывают на себе воздействие экстремальных погодных условий. Это удивительно, Мартин. Только бедные и уязвимые испытывают, а никто другой больше не испытывает. Очевидно, это должно быть очень избирательно. Это очень мудрое изменение климата. Интенсивность и частота климатических бедствий никогда не были выше во всех четырех уголках мира, принося волну страданий миллиардам людей. Не пора ли сегодня положить конец страданиям? Это меня бесит, потому что они используют эти вещи, чтобы продвигать свои планы. И они используют эмоциональный язык, потому что люди, которые говорят против этого, как мы, кажутся бесчувственными к людям, которые страдают в результате наводнения или стихийного бедствия. Но это не так. Дело в том, что они используют это, чтобы продвигать повестку дня по изменению климата. Что вы должны сделать, чтобы бороться с изменением климата, а затем вступать в силу закона? С тем же успехом мы могли бы сказать, Мартин, что рак опустошает мир, особенно уязвимых и бедных. Это было бы верным утверждением? Нет, нет. Это не было бы верным утверждением. Это только кажется, что там хуже, потому что у них нет средств. Итак, если вы хотите вызвать сочувствие, вы делаете такое заявление. Это попадает точно в ту же самую категорию. Или дорожно-транспортные происшествия затрагивают в основном только бедных? Это правда? Нет. Теперь давай еще раз посмотрим, что говорят новости Ватикана. Папа Римский рекомендует COP27. Сначала он сказал им, что не рекомендует им, а призывает вернуться на платформу действий Лаудато Си. В основном то, что мы показываем, независимо от того, что вы делаете, вы возвращаетесь к его письму. Папа также назвал платформу действий Лаудато Си, которая была создана для консолидации усилий по реализации энциклики Папы 2015 года о заботе о нашем общем доме. Просто чтобы убедиться, у Ватикана есть повестка дня. Однозначно. В минувшие годы, как в средние века, если папа сказал это, он не сказал это так спокойно, тихо. Это был приказ. А потом надо было это выполнять. Но теперь это просто более тонко. Но это все еще приказ. Это все равно то же самое. Итак, мы показываем пророческое исполнение. Это происходит? Да. Просит ли он царей мира отдать свою власть его энциклике? Вы же читаете это. Как вы можете не видеть этого? Готовы ли цари мира, сидящие на горе Синай, отдать ему эту власть и это признание? Да. Вы можете просто взглянуть на Керри и Синдзиньпина. Как на самом деле они все являются частью этого. Вот издание «Пульс Земли», проект национального католического репортера. «Пульс Земли». Все это за ноябрь месяц этого года. Пока COP27 ведет переговоры, католики разбивают скрижали, молятся о божественном вмешательстве на Синае. Мартин, им не нужно разбивать скрижали. Они уже их разбили. Мы просто должны прочитать катехизис католической церкви. И вы увидите, что они разнесли их вдребезги. Они действуют просто символически. Это довольно важно. И мы должны рассмотреть
ему это все немного подробнее. Когда расцвело, на том месте, где, как считается, Моисею были переданы 10 заповедей, сотни католиков во главе с десятками священников преклонили колени перед подножием горы. Они молились, чтобы мировые лидеры на КОП-27 подчинились воле Бога. Чьей воле? Воле Бога. Я думала, что это папская воля, потому что он хочет реализовать свою энциклику, верно? Итак, тысячи католиков молятся, чтобы Лаудато Си была реализована. И это воля Божья, по их мнению. И полностью посвятить себя борьбе с изменением климата. Ранее этим утром активисты по борьбе с изменением климата разбили каменные скрижали на вершине горы в ответ на невыполнение мировыми лидерами обязательств по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним. Действие отсылает к истории из Исхода 32 глава, когда после спуска с горы Синай разгневанный Моисей разбил 10 заповедей в знак протеста против поклонения израильтянам другим богам. Если бы у них был бы дух пророчества, они могли бы прочитать там, что не было грехом, что Моисей разбил скрижали. Это был символический акт, показывающий, что заповеди были нарушены. Гора Синай – священное место. Мартин, это так? Нет. Что-то священное только если там есть присутствие Бога. Но когда у вас там есть языческий ритуал, вы можете быть уверены, что Бог не участвует в этом, кроме как наблюдатель. Гора Синай является священным местом, а наше присутствие здесь связано с поиском обещания с Богом, который слышит плач бедняков, сказал отец Леонард Читти, член общества Иисуса на юге Африки. Итак, здесь у нас есть еще один иезуит. Мартин, если у вас есть богатство, пожалуйста, не молитесь, потому что он вас не услышит. И опять же, это избирательный язык, чтобы вызвать сочувствие. Нам снова нужны эти крики и прощение Бога, Иосифа и Моисея. Это правда, Мартин? Нет, это неправда, потому что у нас уже есть наша миссия. У нас уже есть приказ к действию, и наши приказы не могут быть изменены, и наши заповеди не могут быть изменены. Глава отдела защиты интересов Каритас Австралия сказал, что визиты и молитвы на горе Синай могут обратить сердца мировых лидеров до того, как съезд ООН по климату завершится в пятницу. Итак, кто должен принять слова пропаганды? Мировые лидеры. А затем это должно быть доведено до всего человечества. Разве это не исполнение пророчества, что цари должны отдать свою власть зверю? Кто просит? О ком мы здесь считаем, кто просит или информирует? Церковь. Верно. Давай посмотрим на это с другой точки зрения. Активисты разбили скрижали на горе Синай, чтобы начать религиозную кампанию по борьбе с изменением климата. Инициатива по мобилизации религиозных лидеров во всем мире, чтобы подтолкнуть правительство к более активным действиям в отношении изменения климата, стартовала в воскресенье утром, когда израильский активист-эколог разбил имитацию каменных скрижалей на вершине египетского пика, который многие считают горой Синай, символизирующей неспособность мира защитить планету. Если вы посмотрите на эти скрижали, они были зелеными. Забавные камни. Они должны быть полны мха. Синайское климатическое партнерство, символически запущено на церемонии, объединяет Межконфессиональный центр устойчивого развития, Межконфессиональный институт Ирии. Эти названия интересны для меня. Все, о чем они говорят, например, как Ирия, не имеет никакого абсолютно отношения к тому, что здесь происходит. Департамент мира, Организация Объединенных Наций, Вера в инициативу Земли, Абрамовиц Гигаватт Глобал. Мартин, что означает эти названия? Они взяты отовсюду, от бизнеса, вера, и собрали все вместе. И израильские организации по защите окружающей среды. Мартин, они не могли бы выбрать более длинную терминологию? Вы говорили, что Илья не имеет к этому никакого отношения, но, возможно, это другая ситуация на горме Кармил.
Да, но это не гора Сина, это гора Кармил. После того, как группа зачитала новый проект 10 принципов климатического покаяния, сформулированных десятками многоконфессиональных лидеров, это очень важно. Это коллективное действие. Встречавшийся в Лондоне за последние несколько дней, Абрамович разбил две скрижали о землю. Сегодня, когда Вера отложила в сторону свои разногласия в общем призыве к климатическим действиям, потому что они не могут договориться о действиях по вопросам спасения, мы работаем над новым заветом для человечества. Мартин, а что не так со старым, который заключил Христос с человечеством? Проблема в том, что это человечество не смогло сохранить его. А почему они не смогли сохранить его, Мартин? Потому что они не смогли подчиниться Христу. Они не смогли принять его. Нужно было открыть только дверь. Но нет, они предпочли эту дверь, потому что им так легче, верно? И когда Новый Завет для человечества... Ты что-то хотел сказать? Я просто подумал, когда мы сделали видео о двух заветах, если подумать, кто был тем, кто каждый раз инициировал завет? Бог. А кто здесь инициировал? Папа. Итак, они хотят новый завет для человечества во имя защиты нашего общего дома. Я думал, что завет, который заключил Бог, должен был решать вопросы греха. А это совершенно новый завет и для улучшения нашего общего человеческого будущего. Что говорит Библия? Станет лучше или станет хуже? Хуже, и тогда придет конец. Итак, Мартин, у нас два совершенно разных завета, два совершенно разных мышления. Вот здесь находится Межконфессиональный институт Ильи, YouTube-канал. Давай посмотрим, как они изображают то, что произошло на горе Синай. Около 50 мировых религиозных лидеров работали над этим духовными принципами климатического покаяния. Мы собираемся войти в этом молитвенном духе, поэтому мы собираемся сделать следующее. Нас поведут звуки тишины. После этого мы будем говорить и делиться, но мы собираемся начать с минуты молчания. Затем будет звучать конч. Конч – индуистская песня. Благословение начала благоприятности. Мы начнем с конч, а затем между каждым из 10 принципов, которые нужно прочитать из свитков, которые каждый держит в руке, прозвучит колокольчик. Колокольчик после каждого принципа. Минута молчания для всех собравшихся здесь. Даже если вы не знали, что способны молчать, вы узнаете это сегодня. А затем после этой минуты молчания снова прозвенит колокольчик. И потом мы читаем следующий принцип, пока мы не дойдем до конца. А затем завершим звуком шафара, который аналогичен звуку конч, издаваемому из натурального рога барана, который в еврейской традиции является призывом к покаянию. Итак, мы завершим эту часть церемонии покаяния звуком шафара. Призыв к действию и возврата к истинному видению творения, Творца и гармоничным отношениям человечества с творением. Поэтому пользуйтесь образной речью и действием только во благо. Итак, действуйте, зная, что каждое действие имеет значение. Мартин,
Я надеюсь, что Бог услышал все вещи. А, возможно, он спал, может быть, он был в небольшом путешествии. Нам не нужно проходить через весь этот список, который упоминал Илия. Я просто подумал, если вы посмотрите, например, откройте 20 главу Евангелия от Луки, где из стиха 45 Иисус говорит следующее. Это интересно. И когда услышал весь народ, он сказал ученикам своим. Это то, что Иисус хочет, чтобы услышали все. Потому что он говорит, и когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим, остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение. Это ужасный стих, чтобы цитировать при таких обстоятельствах. Но пышность и церемония всегда были частью язычества. Смиренная молитва и покорность Богу теперь не в моде, Мартин. Это правда. Если вы возьмете историю Илии, я думаю, это не сильно отличалось от того, что мы только что видели. Это точно то же самое. Из этого объявления эти различные лидеры этих различных движений с очень длинными, неотъемлемыми названиями, представляющими этот вопрос, поднялись на вершину горы. Давай посмотрим, что там произошло. Добро пожаловать на вершину горы Синай. Я Дэвид Миллер Вапнер, председатель Межконфессионального центра устойчивого развития. Мы поднялись на гору от имени наших партнеров по Синайскому климатическому партнерству, Департамента мира во главе с Джеймсом Стерлингом, Межконфессиональный институт Ильи, руководство Равина Элана Гошена Готштейна, инициатива «Веры в землю», программа ООН по окружающей среде и Израильский союз защиты окружающей среды, фонд Роузбурга из Канады. И христианская программа по защите окружающей среды. Мы встретились здесь, на горе Синай. Мы здесь, на горе Синай, на месте исторического откровения. Это святое место. Здесь присутствуют три авраамических веры. В то же самое время мировые политические лидеры и лидеры гражданского общества собираются к югу отсюда, на COP27. И мы здесь, чтобы начать глобальный духовный призыв к действию в области климатической справедливости, который проводится на 10 разных горных вершинах по всему миру, кульминацией которого станет первая в своем роде церемония покаяния за климатическую справедливость, которая состоится сегодня в Лондоне. Эти таблички уже немного сломаны. Они были сломаны забастовкой подростков в пятницу. И здесь на еврейском сказано «Сохраните свои обещания, которые не соблюдаются мировыми лидерами». Весь мир должен сократить свои выбросы вдвое к 2030 году. Они пока еще не сократили. Мы принимаем эти зеленые заповеди. Мы смотрим с вершины на Шарм-эм-Шейх, и мы не удовлетворены. Мартин, не только на этой горе, но и на 10 других горах. Можем ли мы сказать, что это высоты? Я подумал о том же. Итак, они проводят свои маленькие церемонии на всех возвышенных местах. Почему 10, Мартин? Потому что есть 10 заповедей, есть 10 заповедей и 10 регионов мира. 10 кажется очень важным числом. Мартин, что это за принципы, о которых они говорят? Давай посмотрим на них. Это взято с сайта Climate
repentance.com. Что ж, Мартин, покаяние в грехе перешло в покаяние от климата. Это как-то смешно получается. И это не маленькое какое-то подсознательное движение. Нет, это огромное движение. Итак, 10 духовных принципов климатического покаяния. Бог и мир, природа бытия. Мы признаем ответственность человека любить и защищать природу. Мы должны относиться ко всей жизни с почтением. Мартин, почему тогда у них есть отборные группы? Мы должны заботиться друг о друге и планете. Мартин, все это звучит прекрасно. Это кусок, который люди смогут проглотить. Следующее. Человечество и его обязанности. Обязательство не причинять вреда творению и обязанность защищать его. Обязательство служить прогрессу и помогать росту и развитию всех частей творения. Мартин, ты можешь согласиться с этим? Нет. Нет? Что с тобой не так? Дисциплинированная духовная жизнь помогает преодолеть проблемы изменения климата. Использовать мысль, речь и действие только во благо. С падшей природой и без Христа. Посмотрим, как далеко мы продвинемся. Человеческая личность получает пользу от постоянных усилий по очищению, повышению и преобразованию себя с точки зрения вышнего видения. Мартин, возможно ли это с точки зрения христианства? Нет, без Бога нет. Трансформировать себя. Это New Age. Жизнь в духовности и ответственности. Мартин, можно быть очень духовным и все еще не верить в Бога Библии. Действовать, зная, что каждое действие имеет значение. Принять осознанный и внимательный взгляд на мир природы. Быть чувствительным к невыносимой неуверенности и несправедливости, в которой живут очень много наших собратьев. Это сентиментальный аккорд. Если обратиться к камням Джорджии, которые были удалены взрывными средствами, также разбиты или что-то в этом роде. Да, тоже символически разбиты, верно, но на самом деле они были заменены, и они все еще там, потому что христианин Р.С., который, по-видимому, написал это, очень активен на горе Синай. Римско-католическая церковь, как мы видели, очень активна. Христианин Р.С. на Синае. Итак, что говорят путеводительные камни Джорджии? Поддерживать человечество до 500 миллионов в вечном равновесии с природой. Остальные 7,5 миллиардов должны перестать дышать, потому что они выделяют СО2. На самом деле, первый пункт в руководстве также связан с климатом. Разумно направлять воспроизводство, улучшая физическую форму и разнообразие. Опять же, у вас есть вмешательство в Божий план, который говорит, что размножайтесь. Разве климатические активисты не делают то же самое? Они говорят, что проблема в ком? В человечестве, потому что мы перенаселены. Объединить человечество живым новым языком. Кто разделил языки? Бог. А кто хочет собрать их вместе? Дьявол. Но какой новый язык? И это уже там, изменение климата. Климат. Правила, страсть, вера, традиции, все, что связано с умеренным разумом. Разум, продиктованный верой, или вера, продиктована разумом? Иезуитское мышление. Мы обсуждали это много раз. Это иезуитский документ. Защищать людей и нации с помощью справедливых законов и справедливых судов. Мартин, если им удастся это сделать на этой земле, то я буду более чем слегка удивлен. Пусть все народы правят внутри страны, решая внешние споры в мировом суде. Это просьба о едином мировом правительстве.
Избегайте мелких законов и бесполезных чиновников. Что ж, начните с себя. Если ты просто хочешь снова стать номером 6, что такое копия Организации Объединенных Наций? Они на самом деле это делают. Споры, разрешающие споры в мировом суде. Это то, что они пытаются делать. Одна решающая организация, которая решает не только вашу мораль, но и ваши действия, заставляет меня думать о Всемирной организации здравоохранения. Даже не заходи туда, Мартин. Балансировать личные права с социальными обязанностями. Все это чистое изменение климата. Истина, красота, любовь, поиск гармонии с бесконечным. Мартин, да не будет у тебя других богов, кроме меня. Не уподобляйтесь язычникам, которые думают, что будут услышаны из-за их повторяющихся молитв. Если вы возьмете, как насчет ситуации с Матерью-Землей, которая сейчас есть, вы должны войти в гармонию, красоту и любовь с Матерью-Землей. Не будьте раком на земле, оставьте место природе, оставьте место природе. Разве это не изменение климата? Это то же самое, поэтому руководящие камни Джорджии были заменены новым сводом правил. Давай посмотрим, что говорит BBC News. Американский Стоунхендж разрушен после взрыва. Кажется, что здесь много символизма. Интересно, кто их взорвал? Было ли уголовное расследование? Нет. Кто их взорвал? Это не проблема. Это должно быть частью решения. Я думаю, что мы упоминали об этом раньше. Здесь есть несколько аспектов. Их можно было взорвать, чтобы привлечь к ним больше внимания. И теперь есть другая сторона, которая рада, что они взорваны. Но они по-прежнему, как мы только что упоминали, они все еще есть, только в другой форме. Совсем другая форма. Мартин. Итак, мы видим, что на самом деле нет большой разницы в настроении документов, которые они создали. А дело в том, что писали их на двух скрижалях. И они были зеленые. Поэтому они новые. Есть новые критерии человечества, о которых говорится в путеводных камнях Джорджии. Все человечество ради социальной сплоченности должно соблюдать. Освободить место для природы, освободить место для природы. Вот в чем они заключаются. Это то же самое чувство, та же движущая сила. Мы можем быть уверены, что иезуиты приложили руку к пирогу. Итак, Мартин, когда дело доходит до выбраковки человечества, не зависит от того, какие средства используются для достижения этой цели, и хотят ли они вести законы Ноя и все эти вещи, давай подождем, пока откроется будущее, прежде чем говорить об этом что-либо еще. Мартин, о чем мы действительно должны поговорить? Так это о контрасте между этими созданными ими законами, которые очень расплывчаты. Они очень расплывчаты. Но закон, который дал Бог на горе Синай, он очень конкретен. Как Бог относится к своему закону? Это очень важно. И просто, чтобы напомнить, что эти законы, они находятся во тьме. Что-то будет реализовано. Мартин, я думаю, если мы хотим знать, что Бог думает о своем законе, было бы неплохо обратиться к псалму, который был написан именно с этими законами Бога. И, конечно же, я имею в виду тот самый длинный псалом в Библии. Разве это не удивительно? Самый длинный псалом в Библии. Тот, который имеет дело с законом Божьим, является самым длинным псалмом в Библии. Я не хочу повторять все это, но мы, безусловно, можем выделить несколько мыслей из него. Потому что, номер один, когда вы читаете псалом 118, и вы думаете, что есть религиозные системы, которые возьмут такую возвышенную концепцию, как у нас,
и скажут, что с ней покончено. Это все равно, что сказать, что самое ценное, что есть у Бога, на чем основано его правление, будет уничтожено. Вдруг Бог решил, что его закон бесполезен. Спев в его пользу самую возвышенную песнь. Это так нелепо. Если мы его читаем, то должны иметь в виду, что он также имеет мессианский подтекст. Потому что воплощение закона мы находим в человеке, в Иисусе Христе. Я знаю, что мы были немного шутливы и даже саркастичны, но позволь мне оправдаться, сказав, что Илия сделал то же самое на горе Кармил, когда дело дошло до истины. Мы не должны быть саркастичны, когда речь идет о людях или о отдельных лицах, когда вы задеваете их чувства. Но когда дело доходит до такой ерунды, как это, вам действительно нужно дистанцироваться от нее. И я хотел бы сказать, что любая организация, которая добровольно принимает участие в этих ритуалах, принимает участие в языческом ритуале и почитает Бога Экрона, а не Бога Библии, независимо от того, к какой религиозной системе они относятся, даже из нашей собственной, как это видно, полное непонимание разницы между язычеством и поклонением истинному Богу. Это правда. И все, кого это затронуло, или, скажем, подвергли идеологической обработке, нам их жалко. Бог им помощь. Сколько израильтян было на стороне Ваала на горе Кармил? Большинство. Можем мы ожидать, что будет, может быть, даже еще больше, которые проглотили эту бессмысленную наживку? Давай не будем сразу о системе, потому что после того, как Илия сделал свою работу, они говорили, что истинный Бог — это Бог Библии. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его». Закон и свидетельство. Закон есть Тора, первые пять книг Библии, в том числе и заповеди, они будут выделены в этом псалме. Итак, блаженны, имеющие закон и свидетельство. И свидетельство. Свидетельство — это слово пророков на протяжении всей Библии. Это свидетельство, потому что они свидетельствовали о точности и правильности и полноте Торы, закона, первых пяти книг Библии. Итак, блаженны. И этот пророческий дар включает в себя все, что сказал пророк, независимо от того, является ли он частью канона или нет. Что сказала Алдама, что сказали дочери Филиппа, что сказал любой пророк, является частью свидетельства, включая свидетельство остатка. Все. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровение Его. Это вопрос к закону, говорит Исаия, и к свидетельству. Если они не говорят не по этому слову, то нет ни света. Есть ли какие-либо упоминания об этом законе на горе Синай? Нет. В них нет света. Ничего, сколько бы свеч они ни зажигали, это все еще тьма. Это все еще тьма, поэтому не должны их зажечь, потому что там есть только тьма. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои. Это основа того, что мы читаем здесь. В стихе 11 говорится: «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Проблема в грехе, Мартин. И проблема греха связана со спасением, потому что это стоило цены. Это стоило цены Сына Божьего.
Поэтому все это невероятно важно. Если мы опустимся до стиха 32, он говорит: «Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое». Когда вы поймете Божьи принципы, Его правление, Его заповеди, сделает это вас узким и фанатичным, как говорит папа, или расширит ваше сердце? Естественной причиной того, что вы соблюдаете заповеди, является то, что вы любите своего ближнего. Стих 34 говорит: «Вразуми меня, и буду соблюдать закон твой и хранить его всем сердцем». Вы получите большее понимание, когда будете соблюдать заповеди Божьи. У вас будет расширенное сердце. Будет ли оно включать в себя части человечества или все человечество? Все. Христос умер лишь за немногих, верно? За всех. Он умер за всех. Разве не интересно? Стих 45. «Буду ходить свободно, ибо я взыскал повеления твоих». Этот закон связывает нас и сужает наш путь или дает свободу, делает нас свободными. «Руки мои будут простирать заповедям твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах твоих». Мартин, он переходит из одной сферы в другую. Стих 53 говорит: «Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон твой». Итак, Мартин, когда ты видишь такие вещи и видишь их Новый Завет, который не имеет ничего общего с Заветом Бога, но заключен с кем-то, что не может ни видеть, ни слышать, вы должны быть в ужасе. Можете ли вы принять участие в такого рода деятельности? Конечно же, нет. Стих 71 мне очень интересен, и со стиха 70-го: «Ожирилось сердце их, как тук. Я же законом твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Бог учит нас чему-то через невзгоды жизни? Да, Он дает нам уроки. Откуда приходит больше всего боли в мире? Не за нарушение ли закона? Возьмем, например, брак. Неверность в браке. Это приносит счастье или причиняет боль? А как насчет других заповедей? Когда любая из заповедей нарушается, то это, конечно, причиняет боль. Ты собираешься быть счастливым, используя краденое? Ты будешь счастлив, если ударишь соседа ножом в спину? Ты никогда не будешь счастлив, Мартин. Если мы перейдем к стиху 97-му. «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Заповедью твоею ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною». Мартин, что думаешь об этом? «Заповедью твоей ты соделал меня мудрее». У вас есть 10 заповедей. Итак, Бог забрал их, потому что не хочет, чтобы ты был неразумным. Сколько в тебе мудрости, если ты не имеешь этих заповедей? Никакой, ноль. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Мартин, если бы остаток принял это близко к сердцу, он бы не сидел на горе Кармил, зажигая маленькие свечи и восклицая о радости. Они бы этого не делали. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово твое. Мартин, насколько важно, чтобы мы позволили Богу научить нас пути? И как Он этому учит? Он учит нас через заповеди. Стих 105. Это самый известный стих во всей Библии. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Разве мы не поем эту песню? Я не буду петь, потому что все разбегутся. А теперь вас будут просить петь. Но в том-то и дело. Правда находится здесь. Мартин, это глубокий материал.
Это пища для души. Затем, если мы перейдем к стиху 115, но сначала 111. «Откровения твои я принял, как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего, как долго Мартин, навеки». «Откровения твои я принял». Это то, что говорит пророк. Они предсказали, что это произойдет. И мы смотрим мимо него и принимаем во всем этом участие. И стих 115. «Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего». Удалитесь от меня. Любое нарушение закона или заключение нового завета, не основанного на законе, это то, от чего вы должны удаляться. Стих 130 говорит, «Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Вы не сможете различать, если вы не укоренены в Писаниях». Недаром иезуиты называют это ядовитым змеем. Это удивительно, если вы возьмете любую заповедь. Даже ребенок может их понять. Все могут понять их. Но почему они не хотят этого? Потому что они ухватились за грех. Стих 165. Это еще один из этих замечательных стихов. «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Нет страха, нет беспокойства». Ничего этого. Мартин, когда читаешь такие вещи, «Великий мир, любящих закон твой, все заповеди твои истина». Стих 151. «Близок ты, Господи, и все заповеди твои истина». Если вы хотите иметь истину, тогда слушайте, что сказал Бог, а не то, что говорит какой-то зеленый. И если мы вернемся назад, истина сделает вас свободными. Мы только что читали ранее, что закон освобождает. Итак, заповеди — это истина. Поэтому истина освободит вас. Итак, что сделает вас свободными? Истина, заповеди. А кто является воплощением заповеди? Христос. Я есть путь и истина, и жизнь. Посмотрите на этот псалом, как он заканчивается. Это удивительно. Стих 171. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Другими словами, когда вы действительно прославите Бога, когда поймете и примете Его уставы. Когда я поменял свою жизнь с языческого атеиста-оккультиста на верующего? Когда вы начали применять 10 заповедей? Я изменил свою жизнь с языческого оккультиста на верующего, когда столкнулся с 10 заповедями и увидел себя грешником, как в зеркале. И как сказано здесь в стихе 172, «Язык мой возгласит Слово Твое, все заповеди Твои – праведность». Стих 174, «Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой – утешение мое». Если вы отделите закон от своей религии, вы окажетесь здесь. Если вы отделяете закон от своей религии, то вы становитесь язычником. Поэтому так много христианства сегодня – не что иное, как язычество. Я думаю, это очень хорошее обобщение, которое вы только что сделали. Нельзя отделить спасение от закона. Если вы читаете стих 174, снова «Жажду спасения Твоего, Господи». «И закон Твой – утешение мое». Стих 175 говорит, «Я заблудился, как овца, потерянная. Взыщу слугу Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл». Мартин, Мартин, это пища. Это пища для души. А вот это – нездоровая пища. Это то, на что мы должны смотреть с ужасом. Куда они идут? И почему им важно реализовать эти вещи? Речь идет об авторитете. Какая заповедь указывает на авторитет, власть? Четвертая заповедь. Четвертая. Издание «Психология сегодня» от 6 октября. Устойчивость, суббота и планета.
Что такое устойчивость? Устойчивость заключается в восстановлении. Выздоровление – это физиологический феномен. Суббота – день религиозного соблюдения и воздержания от работы. На самом деле гораздо больше, чем просто воздержание от работы в посвящении Богу. Интересно, что он пишет слово «Бог» с большой буквы, когда здесь говорится о неконкретном Боге. Суббота включает время для отдыха, время для празднеств, время для поездок, время для духовной связи и время для веры. Концепция субботы – гарантия того, что хотя бы раз в неделю мы можем перейти к физиологии безопасности, чтобы исцелиться, быть здоровыми, является одним из способов восстановления и, следовательно, устойчивости. Суббота или субботний покой не обязательно должны иметь религиозный оттенок. Светская суббота также действительно, как и религиозная. Духовную связь и чувство веры можно найти в безопасности, с верой в конструкты религии или без нее. Поскольку мы даем время себе на субботу и субботний покой, чтобы повысить нашу устойчивость, мы также можем дать время нашей планете для регенерации, омоложения, восстановления и устойчивость. Дело здесь, Мартин, в том, что Библия говорит, что начертание зверя будет на чело или на руку. Если у вас духовная связь, вы убеждены, что она имеет духовный смысл, и поэтому вы принимаете это, тогда вы получаете начертание зверя. Если у вас нет духовной связи, вы просто делаете это ради справедливости и получаете физиологическую или рельефную планету, тогда вы получаете начертание на руку, потому что ты делаешь это без какой-либо духовной причины. Могут ли светский мир и религиозный мир объединиться на этом основании? Мы видели это сейчас определенно. Во время начала пандемии COVID-19 мы увидели удивительную устойчивость нашей планеты всего за один месяц почти полного прекращения человеческой деятельности. Планета получила покой, Мартин, потому что все были на локдауне. Итак, человечество — это проблема. Да, вот где проблема. Совсем не вулканы. Эти концепции восстановления устойчивости, безопасности — и субботы основаны не на философии или религии, а на физиологии и биологии. Итак, тело нуждается в этом, верно? Когда он говорит о субботе, там стоит неопределенный артикль, имеется в виду не конкретный день суббота. И я думаю, что он цитирует новый международный перевод, вместо того, чтобы поставить определенный артикль. Но давай оставим это. Можем ли мы создать культурный мем, уважаемую светскую субботу? Осмелимся ли мы спасти себя этим лекарством выходного дня? Мартин, светская суббота, для меня это звучит как воскресенье. Светская суббота – это определенно не библейская суббота, которая является седьмым днем. И в любом случае это будет идеально для светского мира, чтобы соблюдать ее по какой-либо причине, например, изменение климата. Просил ли папа о дне? Поместил ли он его в Лаудато Си? Да. Он просил реализовать его? Нет, он приказал даже это исполнить. Он приказал вести уважаемую светскую субботу. Ну что, если это ложная суббота, Мартин? Когда дело сводится не к дню, а к авторитету. Давай закончим на этом. Потому что чей авторитет в моей жизни превыше всего? Я только что прочитал в Псалме 118. Чей авторитет я готов принять? Я не желаю принимать власть узурпатора, у которого есть новый набор заповедей, Новый Завет и уважаемая светская суббота. Помолимся. Отец Небесный, мир находится в пропасти. Они стоят на 10 высоких местах, и они хотят принять решение Кормила, которое, по их мнению, на этот раз должно пойти другим путем. Но что касается меня и моего дома, Господь, мы хотим идти путем истины и жизни, которая может быть найдена только в законе и свидетельстве, и в том, кто воплощает это в Иисусе Христе, нашем Господе и Спасителе. Аминь. Аминь.